Всем привет. Хотел сказать вам в этом замечательном видосе, напомнить сначала, что поможем вам помочь с отключением мобилайзера на расстоянии, пин по вину, пин по дампу прошивки помочь установить, краш погасить в подушке, ну также можете блоки присылать и всякое такое, все аппаратно-программные дела с блоками управления, можем вам помочь. Чего я хотел в этом видео рассказать? Если присылаете к нам какой-то блок делать, да, ну, коробку, например, не можете найти, маленькую какую-то по размеру блока, либо что-то такое, не делайте вот так вот. Представляете, да, что тут у нас творится в этой коробке, да? Хотя бы накидайте, не знаю, газеты какой-нибудь, ваты там, не знаю, мешков старых полиэтиленовых. Я еще не открывал, но сами понимаете, я уже догадываюсь, что там будет внутри твориться. После такой нелегкой дороги этому блоку. Что там у нас такое? Я, конечно, понимаю, что в машине эти блоки прыгают, там скачут по-всякому. Неизвестно, что в транспортных компаниях творится. И что, в каком состоянии они потом придут сюда. Так, ну новый блок тоже. О. Да, не скручен, не зажат. Уже представляю. Визуально плата целая, но что там будет дальше происходить, я не знаю. Вторая плата у нас вот такая вот чудная уже. Тут уже понятно, что ей усталость пришла. Ну и остальное уже детали. Не знаю, что как. Вроде визуально целое. Но говорю сразу, никогда так не делайте. Если хотите получить обратно рабочие блоки, чтобы они были исправные, пожалуйста, положите вот в эту такую чудную коробку, если маленькую найти не можете, да, положите в нее, не знаю, мешков каких-нибудь, газет пустых не нужно, чего-то, что не будет давать блокам прыгать. Видите, это уже все. Во всяком случае, сломан, не знаю, надеемся, что плата будет целая. Вот, никогда так не делается. Я вам на всякий случай напомню, что можем вам помочь с отключением мобилайзера, пин по вину, пин по дампу прошивки, краш погасить в блоке и все программно-аппаратные дела с вашими блоками управления в машинах, в мотоциклах, ну и, в общем, вся техника. До скорых встреч, ставьте лайкосы под этим видосом, внизу в комментах пишите свое мнение. До скорых встреч. Пока.